Житель Самары Сергей Гребенько рассказывает, ковид поделил его жизнь на до и после. После короны меня отправили в мединститут. Артерия забилась, пироговки. Отняли ногу и все. Лечащий врач направил Сергея Гребенько в стационар сложного и атипичного протезирования. Там ему изготовили протез. Теперь задача Сергея – научиться передвигаться с его помощью. Очень большое значение имеет исходное физическое состояние пациента, потому что некоторые пациенты после ампутации, их нужно готовить к протезированию, нужно привести в порядок культю утраченной конечности, нужно уменьшить ее объем, придать ей определенную форму, чтобы пациенту было комфортно носить протез. Представители общественного совета по делам инвалидов при администрации Самары приехали в стационар, чтобы увидеть, как пациенты проходят реабилитацию, учатся пользоваться протезами и понять, как трансформировать городскую среду под их нужды. У каждого человека есть какая-то проблема, а здесь проблема протезирования, проблема людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Людям нужно жить дальше. И для этого мы сегодня собрались, чтобы узнать, что же можно сделать у нас в городе Самаре вот с этими проблемами. Очень важно с общественными организациями, с общественниками обсуждать проблемы, которые возникают у инвалидов, которые проживают на территории города. Поняв, какая им у них существует на сегодняшний момент проблема, мы, соответственно, и координируем немножко работу по-другому и вносим изменения в наши муниципальные программы. Задача общественных организаций – помочь администрации города сделать Самару комфортной для всех категорий жителей, особенно с ограниченными возможностями здоровья. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.